Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с притчами. Персидская притча. Четверо мужчин сотворили женщину. Четыре царских стражника несли ночью караульную службу. Первым встал в караул плотник. Стал он думать. Ночь длинная, чем бы заняться. Нашел кусок дерева и смастерил из него изящную фигурку женщины. Вскоре его сменил портной. Увидел он фигурку женщины, сделанную плотником, и решил: «Сошью-ка я для нее одежду». Шил портной красивую одежду и нарядил женщину. Третьим встал в караул золотых дел мастер. Наделал он различных украшений и надел их на женщину. Настала очередь Саида в караул идти. Помолился он Богу, чтобы тот даровал женщине жизнь. И она жила. Наступило утро, и четверо стражников стали спорить, кому принадлежит эта женщина. Пришли они к царю и попросили рассудить их. Царь подумал и ответил: «Она не принадлежит Саиду, ибо каждый, кто заболевает, приглашает Саида помолиться за него. Если эта женщина будет отдана Саиду, он начнет требовать, чтобы каждый, излечившийся в результате его молитвы, принадлежал ему. Плотник и золотых дел мастер показали свое искусство. А вот портной дал женщине одежду. И теперь она принадлежит ему, ибо именно жених дарит своей невесте одежду». Вот такая персидская притча, она называется «Четверо мужчин сотворили женщину». Пока-пока, до свидания.